Это было отлично. А, вот. А, кстати, первый я не прошел. Видишь, Сильвер. И то есть я что-то не открыл. Давай смотреть, что мы открыли. Или нет. Надо все открыть, чтобы последний. Да что придется переиграть мою игру, которую... Хочешь сейчас перерыв? Пойдем и вернемся, переиграем. Хочешь перерыв или хочешь играть? Играю. Готова играть? Хорошо. Я просто спрашиваю, мало ли что. Хорошо. Тогда не надо мою, ее потом последнюю пройдем. Давай эту тогда уже. Вот она, третья. Все, четвертая откроется, если мы все на золото пройдем. Так что надо вот эту стараться. Либо ты выиграешь, либо я. Точно, чтобы не роб... Чтобы не компьютера. Да нет, нет, не только лак. Ты должна смотреть, куда ты идешь, в какую сторону, где звезда. Так что наугад здесь не получится. Здесь надо еще и уметь. Да я попью. Какао твоего. Да я не трогаю, он спит всегда, он, видишь. Когда он спит, его можно трогать, гладить. Почему он так устает много, как ты думаешь? Все мини-пинчеры устают или только он? М? No, they're all like this, just when he sleeps, he's not moving. Нет, я спрашиваю, почему он спать любит так много? Есть собаки, которые все не спят. Хорошо. Нет, я не буду. Это просто расскажут про эту карту. Нам это не интересно, мы это все сами узнаем. Ну, вон. Так, смотрим. Кто больше выбивает, тот первый ходит. 6, я первый, ты последний опять. Ты 3 выбила. Луиджи первый. Валуджи. У нас опять эти... Мы забыли, надо было... Давай выйдем, я хочу на этих поменять. Да, да, персонажи. Ну что играть одними и теми же? Интересно, хочу поменять. Так, чтобы поменять, что надо сделать? А может здесь можно, подожди. Option, кнопка. А что, он не работает даже? Вот сюда? Yes, вы хотите выйти, выходим. Сейчас мы укажем опять, сколько игроков. 2 игрока, нажимаем. Нажимаем, пропускаем. Пропускаем. Так, значит, я буду играть за... Ну, заварю давайте тогда. Просто я не люблю Дейзи вообще, пропускаю. Заваря. Ну, ты играла Бич, а я... Ну ладно, давайте Дейзи, если подряд все и выбирать. Просто я не люблю персонажа Дейзи. Нет, ты уже выбрал. Как я играл? Я только играл одну игру Марио, я же тебе сказал, как я играл. Так, выбираем сложность, но здесь еще такая фишка, смотри. Шаффл, вот смотри, нажимаю шаффл. Вот, смотри, против кого мы вообще играем. Йоши и второй новый персонаж какой. Давайте против них поиграем. Все, мы готовы. Давай, руки пожмем и будем играть. Все, и колокол. Как в Марио Карте, помнишь, колокол там что-то дает где-то. Или где-то был колокол. А, в других играх, 3D World. Марио 3D World, там был колокол. Типа бессмертие или что-то такое. Все, а мы направляемся сюда. Да, вон видишь, мы все пройдем, все золотое и четвертое откроется. Пятое какие-то гемы, пятое, я не знаю, что такое, там какие-то алмазы собираются. Я не знаю, как их получить, поэтому... Если бы знал, сказал. Дан-та-да-дан. Мега Фрут Парадайз. Вот так называется место. Местность. Ноу. Move on. Move on. Буба. Буба спит у нас. Я один, я теперь последний. Как этого зовут? Монти... Монти... Монти Мол? Нажимай. Нажимай, нажимай. Я не знаю, почему ты первый игрок стала. Или я первый игрок. А кто первый? Я игрок? Окей. Мне просто казалось так. Так, а я сяду подальше, вот так. Сюда все видно. Так, вот такая карта. Вот здесь появляется звезда, очень далеко, кстати. То есть сюда бежать, бежать, бежать. Что-то мне апельсинов захотелось, там апельсин у них. Хочу апельсинов. Да, какая разница? Главное, чтобы звук был хороший. Погнали. Так, значит, где начало-то? Сюда. Есть два варианта. А, нет, здесь один вариант. Против часовой стрелки мы идем.
Что, что ту? Что? Ты про что? Я не знаю, наверное, всем дается или что? Наверное, всем дается. Вон у него тоже есть что-то. Паузер. Это ж ты, во-первых. Ну, пробуй, минус 3 монеты сейчас тебе дадут. Там все время выпадает минус 3. О, 8. Иногда это не очень хорошо далеко бежать. Ну, посмотрим, куда ты прибежишь. Плюс 3 монет, 8. Ну, надо 10, чтобы до звезды дойти, чтобы было 10 по-любому. 7. А я последний, значит, пойду после него, да? Special event. Что будет? Он куда-то появляется. Телепорт, да? Ой, он, наверное, теперь близко к звезде, мне кажется. Надо смотреть просто, где я карту еще не изучил. Ну, я кидаю обычный. Не хочу рисковать. Не, мне некуда спешить. Может, у меня следующая звезда прямо подо мной появится здесь. Хотя выбил неплохо шестерку. Нет, сюда я. Тоже special event, только я в трубу не прыгаю. А, не, прыгаю все-таки. Тут друг... Не... Да, туда же. Это два места в одну трубу. Так, мини-игра. Наугад. 2 на 2. Ты, значит, с кротом этим. А я с Йоши. Perfect fit. Новую мини-игру открыли, кстати. Это хорошо. Так, смотрим, что надо сделать. Подожди, что-то непонятное. А кто я? Так, и что надо сделать? Feed the block. А, мы же вдвоем играем. Точно. Подожди, ты какой игрок, ты мне скажи? Так, и что надо делать? А нажимать надо для чего? Чтобы блок появился или что? Зачем кнопку нажимать? А почему? Зачем так сделали? Ну, это зависит от напарника, на самом деле, от компьютера. Ладно, я готов. Надо нажать только кнопку вначале, и игра начнется. Не знаю, зачем это сделали, почему нельзя сразу. Зачем эту кнопку нажимать еще должен? Да просто вращаешь и все, на самом деле. Ничего такого. Я просто вращал, и все, мы победили. Подожди, это ты победила? А я на твой экран смотрел все время. Я думал, что я вращал твое, поэтому я и думал, я победил все. Я не смотрел на свой, абсолютно. Ну ладно. Это не важно, на самом деле, эти победы. Здесь монеты ни на что не влияют. Иногда, конечно, они нужны, но... Сейчас вот, мне кажется, в этой игре очень много монет будет. Видишь, у тебя уже 16 монет. А пока до звезды дойдешь, так у тебя уже будет 40, может, 50. Их некуда будет деть потом. То есть мы телепортировались правильно или нет? Я не могу, мне просто неудобно, как это спина болит. Во, вот так вот, нормально. Все, не упадет он, я держу. Давай сюда, да. Не, не надо уж держать, я держу ногой. Твой ход. Ну, сейчас минус 3 будет, зачем рисковать? Там 2 минус 3 может выпасть. Ну вот, ну и чё. Ради чего? Ну, сейчас плюс 3 получишь, ты просто на одном месте стоишь. Ты как бы за шаги получаешь большое преимущество в игре, в конце награды можно получить. Поэтому лучше так не играть. Ничего не выиграешь. Нам надо победить, либо ты, либо я, потому что, ну, мы не откроем новый уровень. Придется перепроходить это, если не пройдем, поэтому давай нормально. Не рискуй так. Можешь, конечно, рисковать, но, блин, у тебя ж, видишь, не выпадает. Я не рискую, он обычно делаю. Сколько мне надо? Ну, что, больше, тем лучше, 4. А, я не повезло там, смотри, что там. А, не, я могу выбрать. Я пойду сюда. Звезда там? Да, поэтому я не хочу. Хотя, у меня все равно 7 звезд, я ничего особо не потеряю. А если туда, то точно звезду никак не получу. Да, пойду сюда. А, надо туда вон, да? Ну, если я еще звезду как-то получу. За мини-игру, может, если я выиграю первое место, тогда окей. Сейчас посмотрим, что со мной будет, может быть. Минус 5 мне в основном в первый раз всегда дают. Минус 5 звезд. Видишь, 10, 5. Star moves. О, звезда может двигнуться, смотри. А, у меня 0 будет сейчас. Минус 3 не может быть, просто 0, наверное. Ну да, 0. Но если я сейчас мини-игру выиграю, мне за нее 10 монет дают, и я следующий ход делаю. Это я? Это я против... Против троих. Вы должны вместе в команде хорошо сыграть. Давайте смотреть, что это такое.
Все, я всех выбил. Я, короче, управляю им. Мне дается там 30 секунд, наверное. Нажимай. И я должен вас сбивать. Вы должны просто убегать. Но если вы вместе стоите, я могу сразу всех сбить вас. Так что надо в рассыпную вам бегать. Ну что, идите ко мне, красавчики. Минус Боузер. Это кто был у нас? Настя. Оп, минус Йоши. Еще крот остался. Что-то вы не готовы, ребята. Здесь, мне кажется, по вот так вот, к стенке надо бегать. Не в центре быть, а к стенке. Тогда есть шанс убежать, успеть. Проиграли вы. Плюс 8, мне надо было плюс 10. Ну, может, за первое место дадут? Ну-ка. Не, плюс 8 дали всего лишь. Мне две монетки нужно. И я их, скорее всего, не получу. И поэтому звезду не... Я просто пройду звезду мимо. Либо мне надо выбить 1, 2, 3, чтобы не дойти. Нет, это сверху, там поворот, я видел. Мне надо просто выбить и пройти туда. А это я только сейчас заметил, что это вон, вот армела на арбуз. Видишь, арбуз, и там вот мир арбузный оказывается. Ой, это кто, это не ты? Не. Не выбил он много монет, сколько, хоть 15, а сколько было бы, если бы он вообще попал в эту штуку? Ну-ка, я попробую назад, у меня спина болит. О, хорошо. Сюда еще микрофон вот так. Все. Буду вот так вот. Это твой ход? Давай нажимай там, выбирай, если тебе надо сюда. Лаки. Че, что-то будет хорошее. Выбирай. 5 монет, 3 монеты, дэш, машрум. Кто-то теряет 5 монет. И ты выбирать не можешь, видишь, наугад. Видимо, у кого больше монет, я так понял. Видишь, у него было больше всего и всегда работает. Но иногда можно выбирать самому. Просто иногда, не каждый раз. Так, Йоша ходит. Ну что, надо первые места брать. Кто вообще на каком месте сейчас? Значит, крот на первом месте. Да, вот ты к звезде идешь или ты вообще не туда пошла, я так понял. Ты звезду не получишь. Значит, вот у этот Йоши получит, у него уже напарник. Поэтому, скорее всего... Не, я не могу, мне надо две монеты, я говорю, у меня нет монет. У него, кстати, прикольно, две монеты плюс. Но он зато не сможет ходить, если две монеты выпадаешь. Да, и два тоже, один и два, видишь? Три не надо. Короче, один, два, один, окей, это хорошо. Но он все равно в следующий раз возьмет звезду. А у него, может, это монет нет? Сколько у него монет-то в этом? Кого? С кем я буду на этот раз? О, Марио. О, Дейзи. С водопроводчиком. Как он там, водопроводчик-то по-английски? Пламар. Да. Марио the Plumber. And Daisy the Princess. I know I pronounce you. Да? Как там? Ой, чуть не уронил. Хорошо, вот эта штучка держит. Sign, steal, deliver. Подожди, что он делает-то? Move drone, take place package. Steam site. Подожди, это крот против нас. Ой, крот дрон делает. А мы должны... Ну это крот, видишь, игрок. Мы должны ему помешать. Или наоборот, подожди. Я не понимаю. А, лестница вот так вот. Смотри, у него дрон есть. Да, а он дроном все берет вообще. Видишь, сколько их? Ну, короче, надо бегать, брать упаковку и направо нам. А он против нас играет дроном, ему легче, понимаешь? Да, наш справа. Давай вместе надо сыграть, хорошо. Беги, только по лестнице ты видела, как надо бежать. Лестница другая тут. Я налево побегу, наверное. Нет, ты налево, я направо. Все, погнали. Так, я иду. Ну, он берет, окей. Ты оставайся на этаже каком-то, чтобы дверька открылась, сразу взять. Ты возьмешь? Ну, оставайся там. Вон следующая посылка. Бери. Там следующая появляется. Еще вон одна. Я возьму. Все. Идем вниз быстренько. Погнали вниз.
Мне кажется, тут вообще очень трудно выиграть. У него 4 посылок уже. Так, погнали. Этаж вот этот. Йоши взял. Ой, иди. Давай. Я беру тоже посылку. Погнали. Еще 20 секунд, мы еще успеем одну посылку. Паш, все, бери вот эту, Йошик там. Ой, тот там. Давай. Носи. Нажмешь в конце кнопку. 7 секунд, я только здесь могу успеть. Вот на эту дверь какую-нибудь. 5, 4, 3, 2. Ну, мы победили, кстати. Хотя вначале он быстрее дроном доставлял. Вон сколько у нас. У нас полная тачка, вообще места нету. Все, поехали. Мяу. Давай. Ready? Yeah. А чё мы не похлопали? Не-не-не. Все добрые. О, так, смотрим. У него первое место. У тебя второе, у меня последнее. Пока ни у кого звезды нету, но сейчас появится у Йоши. Звезда, он очень близко. Хотя мне монеты дали сейчас за игру. То есть, если Йоши один выбьет... Но у него есть напарник, он никак не может один выбить. Только если Йоши потеряет каким-то образом всего золота. Но он то опять-таки никак не может потерять его. Поэтому по-любому Йоши становится на первом месте сейчас после этого хода. Сделать ничего нельзя нам. Надо только на следующую эту звезду готовиться. Опять-таки нам надо брать первое место, я говорю. Потому что мы откроем тогда четвертую карту, последнюю. Боузер старт. Ну давай, что у тебя есть? Какие дайсы у тебя есть? Сколько тебе надо выролить? Опять рисковать будешь? Ну давай. Опять минус 3. 10. Сейчас что-нибудь плохое там. Это же не обязательно хорошее. Сколько у тебя монет? Можешь покупать, это хорошая вещь. Иногда последнюю бери. Да. Последнюю, да. За 5, алло. Тебе это понадобится, но не сейчас. Это понадобится, когда ты видишь звезда у тебя впереди, и ты используешь, и вообще быстро добежишь. А, здесь круг просто, и мы назад возвращаемся. Йоши. Вот он берет. Если только он 0 появится. У него 0, и его напарник 1. Но у него нуля нету. 1 и 1, 2. Все, он проходит. А, тут еще подарки, подожди, надо бы мне тогда не один выбивать. Выберите подарок, левый, правый. Правый, ну. Чомпер. Так, ну-ка, может монеты все заберут? Не, минус 10 всего. Но он дальше идет, кстати. Еще минус 10 сюда он потратит. Так, смотрим, где звезда, надо сейчас брать звезду, либо ты, либо я. Я на этой стороне, ты на той. Может у тебя, кстати, сейчас появится. И как раз таки тебе назад надо будет идти, но ты уже далеко убежал, и тебе будет поздно. Сейчас увидим. Прочитай никнейм, я не вижу. Хлопчик, привет. Что за игра? Написано в названии. Почитай, пожалуйста. Так, куда мы? Ну, ну. А, так там остается практически. То есть я могу взять, либо Йоши возьмет, да? Это же это место? А у меня... Да, сейчас нет у него. Но он может выиграть в мини-игре сейчас. Сейчас же мини-игра будет в конце хода. Последний я хожу, и потом мини-игра будет. Мне надо много выбить. Но у меня нету таких блоков. Что? Где написано было? Два раза могу? А, у меня напарник, потому что. Вот почему. Напарник, поэтому два раза. 5. Ну, у него там 1-2. 7. То есть мне хватит? Так, он брал правую, был чомпер справа, да? Ну я еще раз, там уже нет чомпера. Да? А, можно за 30, да? Сколько у меня монет? 16. У меня нету. Так, у кого украсть? Ну, мы вместе, поэтому я тебя не краду. Надо у крота украсть. Или у Йоши, лучше Йоши, тогда он точно не возьмет. Хотя я сейчас беру звезду, ты сказала, 7, да? Ну ты сказала 7, я тебе доверяю, так что берем у крота. Берем у крота. Хотя можно мы его у него было брать. У Йоши. Он же лидер все-таки. Надо было, наверное, у лидера брать. Он все-таки на первом месте. Ну, Настя сказала, что 7 ходов, и мы выбили 7, значит мы доходим. Ну, тогда не надо говорить. Я просто не люблю, когда кто-то. Когда я говорю, я всегда уверен. Если написано 7, значит ты говоришь 7. Ну вот, все правильно. А когда не уверена, зачем было говорить тогда? Ты наоборот как бы подводишь меня. Я тогда вообще не буду верить в то, что ты говоришь.
Надо нам, неважно, кто выиграет, надо на команду выиграть, чтобы открыть следующую карту. Так, ну что, кто там? Поменялись места? Я на первом, да? Так, смотри, к тебе, наверное, полетит сейчас. Где ты там? Так, к тебе. Близко к тебе. Где ты находишься, скажи? Ты не на арбузе? А, она вниз. Ты там где-то была, кстати. Ты прошла недавно там. Ты десятку выбила. Надо было не убивать. Сейчас посмотрим, я не знаю, где ты. Я не смотрел за тобой. Ой, минус 3. Ну ничего страшного, это мало. Так, и мини-игра. Конец хода, мини-игра. То есть тут 10 мини-игр. Так, это я против всех. Но наугад это, что, вайю? Наугад, рандом. Smash and grab. Нет, наугад абсолютно. Так, значит, я буду бить вас. Подожди, а почему? А, вы меня бьете, смотрите. А, все, вы меня выбили. Ну, давай. Я уже потренировался. Повезет, не повезет. Че, никого нет? Поздно, поздно. Время позднее. Так. Все, а как? А, этот водитель, а вы бьете. Видишь, он пододвинулся. Это все зависит от водителя, кстати. Эта победа зависит от водителя. Если он плохо делает, то ничего не получится. Но это не важно. Водитель-то это сделал, на самом деле. Он вовремя налево дал. Мне надо было больше по центру стоять. Ну что тут, плюс две монеты. Очень мало. Такая слабенькая мини-игра. А, почему-то плюс 10. А там почему-то плюс 2 монеты дается. Я не понимаю иногда. Как она? Йоши на первом стал теперь. Ну ничего, еще только начало. Это третий ход, по-моему, был. Нет, да, третий, это сейчас четвертый. Но если он выбит, короче, 4 или больше, он пройдет. А, ну точно пройдет уже, плюс 5 у него. У него есть монеты? Есть. У него много было, 27. Теперь он будет на... Ну не на первом месте он будет, на третьем. Не, на втором месте, потому что у него будет 17 монет. 9 он выбил. Я ждала тебя. Отлично, вот твоя звезда. Я вот не знаю, Тодетта это жена Тода или нет. Как ты думаешь, жена его? Вот так буду держать тебя. О, намного легче, потому что у меня как-то спина болит так держать. На спину идет просто напряжение все. А он у нас 6 килограмм весит. Хлопчик, как тебе наш новый питомец? Ой, может, это для меня, не? Я недалеко. Я далеко, да. Он опять возьмет сейчас, что ли? А где ты находишься? Далеко? Лаки, что он выбит? 5 монет. Ну, это ерунда. Ты сверху? Ну, то и возьмешь, значит. Если ты сюда пойдешь, тебе можно идти сюда? Предмет... бери, если хочешь. Тогда тебе в конце дадут звезду за это. Используй предмет. А скажи, что у тебя вначале. Да, используй, это хорошее. Давай. Точно дойдешь туда, даже если и один выбьешь. Давай. Нормальный блок, только стандартный. Тебе 2 звезды надо, видишь, написано. 2 шага. 10 выбил. Да, сюда, только не сделай ошибку. Не сделай ошибку. Так, у тебя есть, кстати, покупай, это хорошая вещь. Тебе дадут потом... Да, третью бери. Третью. Да, третью, алло. Зачем? На что тебе надо? Так они стоят либо 3, либо 5. Разница, ну, 2 монеты вообще никакая. Так это дает плюс 5 шагов. Это огромное преимущество. Ты потом звезду вот так вот возьмешь перед кем-то. Потому что ты супер быстро пройдешь. Это выгодно, самая лучшая вещь. Я не знаю, что компьютеры не берут они. Потому что сложность hard, не very hard. Very hard там еще будет сложнее. Питомец? Ну вот он тут лежит, питомец наш. Посмотри, вот он. Вот это черное пятно, это наш питомец. Могу вот хвост показать, где хвост. Вот, вот хвост. Держу хвост, вот он. Вот он, питомец наш. 4 октября с нами. Будем праздновать каждое 4 октября.
Как будто это его день рождения. Давай 4 октября это празднуем. То, что там день рождения, его никто не знает какое, потому что он с приюта для бездомных. Но это неправда, поэтому давай 4 октября. Зачем нам эти даты чужие? 4 октября он родился. Ну это хорошо, если тебе... А где звезда следующая? Кто-то взял звезду, нет? А, ты взял. А где следующая? Да, где она появилась? Смотри, написано неизвестно, сколько идти до звезды. То есть... Не, потому что ее нету, наверное. Ну, посмотрим. Так, мой ход. Кидаю. Давай, сколько кинешь, столько. У меня еще Марио там добавит. Да, никто не знает, где следующая звезда. Я еще не понял, что это произошло. Куда мне идти-то? Сюда или туда? Я просто не знаю, куда я наступлю. Я не хочу рисковать. Там какая-то ерунда сейчас будет. А, вот что, надо было пройти и, смотри, ивент. И сейчас звезда появится. Мега блупер. Что будет? А, здесь надо проходить быстро. Если остановишься, он сейчас будет атаковать, наверное, тебя. Да, я не прошел. Мне надо было 6 выбить. 6 было бы нормально. И сколько я теряю монет, или что происходит? Буба, не прыгай. А, меня перебросило в начало вообще игры. Прям в начало, в начало. Так, кто с кем играет? Каждый сам за себя сейчас. Да потом, давай сыграем. Да он просто проснулся. Я держу его, не волнуюсь. Так, что это за игра? Давай читать. А, надо считать, сколько-то тут в вагоне. Смотри, надо бегать и считать, сколько тодов. И каждый раз, когда ты нажимаешь вверх, ты можешь считать их таким образом. Ну, понимаешь, да? Ты понимаешь? Ой, он прыгнул. Я не рассчитывал. Но он нормально прыгнул, не разбился. О, мягкая посадка. Ладно, на тебе туда. Садись там, если не хочешь с нами. Ну что, ты готова? Нажимай ready. Хорошо. Так, давай, внимательно считай. Тут их много. Каждый раз вверх нажимай вот эту кнопку, ты можешь считать таким образом. Так, где я? Где я? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, я не знаю. Я не знаю, сколько. Ну, я 22 насчитал. Я не знаю, может, больше, чем надо. Ну, давай 23. У вас 24, у меня 23 будет. Может, 22 на самом деле было. У меня было изначально 22, короче. Но это не 100%. Там они несколько раз бегали по много раз. Ну, 20 было в реальности. Кто выиграл? Так я больше всего, кстати, да, с ним. Да, что правильно, что я сделал такой выбор. Буба! Буба! Сейчас твой ход, можешь ходить, я посмотрю, что там. Куда побежал наш красавчик. Оп. Так, 11 звезд, мы теперь знаем, куда идти, наконец-таки. Так, что это? Скажи мне, что это? Я нормально сяду сейчас. Что? Что? В смысле, как это теперь? Я не туда пошла? Так надо было карту посмотреть. Есть кнопка карту посмотреть. Ты бы уже взяла. Тут кнопка смотреть карту, где находится, что? Перед тем, как ты ходишь. Ты посмотрел, куда бежать? Так и где звезда, скажите мне? Боба это кто? Не знаю, кто такой Боба. Настя Боба. Буба. Буба.
Он любит на полу лежать, на самом деле. Не любит он на руках сидеть, не на чем-то. Да вон они, там все. Так, мой ход. Двойку выбил. И еще Марио двойку мне добавил. Мы за кротом идем, не знаю, правильно куда тут идти. О, здесь хорошая вещь может выпасть. Ну-ка, она нормально, кстати. Плюс 5 к ходу. Да. Так, кто там на каком месте? Я что-то пропустил. Крот первый, ты вторая. Я последний, я смотрю. Кажется, сам за себя следующая мини-игра. Я последний сейчас. У меня ж ни одной звезды. А, у меня есть звезда? Да, но у меня мало тогда монет. Всех по звезде получается у меня. Вертикально держать вот так. Подожди, вот так. Вот так, что ли? Подожди, как... Что надо делать? Шейк. Чуть не понял, как они хотят, чтобы я нажимал. Я что-то нажал, но... Ну давай, конфетки, выходите оттуда. Тут, кстати, может не трясти на самом деле иногда. Они вот так вот провалятся. Смотри, у компьютера вообще все застряло. Ой, я тут сейчас микрофон порву. О-о-о! Ну! Да что такое? У меня последняя монета... Ой, монета. Конфета застряла. О! Я вообще должен был первым быть. У меня одна конфета осталась, я побеждал. Но она застряла просто. Просто застряла. Неудобное управление. Непривычно. Да-да-да, я знаю. Да нет, уже все. Назад вернулись. 35, ты на первом. Хорошо, хоть ты на первом. Ну сейчас важно, кто следующую звезду возьмет, тот и будет победитель практически. Я не знаю, где ты показываешь. Все равно непонятно, где. Где-то там. Потому что на первом месте он тебя выбирает. Минус 2 хода назад ты будешь делать. Да? Он это тебе сделал. То есть минус 2 было к твоему роллу. Но ты все равно на первом месте, это тебе ничего не дало. Просто меньше пройдешь. Так. Ну хорошо, да, да. Надо. Я использую свой этот золотой гриб и далеко реально. Вот, видишь, у тебя минус 2 сейчас. Что у тебя за предметы? Давай, используй. Ты только посмотри, может, куда бежать, если ты знаешь. Ты знаешь, да? А, все, 5, 5 тебе достаточно. Выбивай любое. Только вот этот используй, дай. Не надо никакие монеты. Давай, давай. Давай, давай, давай. Все, неважно сколько. 8, 6. 5 было, 5 было. Подожди, может, и надо. Подожди, что у него? Вот последнюю штуку бери, обязательно бери. Да-да-да. Она прямо телепортируешься к этой, к звезде. Очень хорошая вещь. Ты... Да, но ты сразу использовать можешь. Ты используешь, телепортируешься, один ход. Я тебе еще раз скажу, я уже использовал. Сразу телепортируешься и сразу попадаешь. Самый лучший бонус в игре. У тебя монет хватает на все. У тебя 15 монет, ты купишь еще. А что ты должна побеждать? Ты следующий ход берешь третью монету, третью звезду. Если, конечно, сейчас никто не возьмет, если она не близко. Но тебе все равно, это пайп сразу телепортирует тебя. Где бы ни была звезда, сразу. Это самый лучший бонус в игре. Всегда покупай его. А он меня выпал, кстати, не здесь, он меня выпал, я наступил куда-то. Мне так дали бесплатно. Я в прошлой игре, когда без тебя играл, я получил. Но я все равно не выиграл, я на втором месте, но мне помогло очень сильно. Вот, ты, короче, возьмешь, никого нету там, просто телепортируешься туда и все. Ты вот тут перед ним появишься, потом ролишь, любой ролл, ты вот туда на машину появишься, и все. И ты в следующий раз берешь. Так что можно не идти даже мне туда, я понимаю, что ты возьмешь. Выбери сюда, там бонус хороший. Сейчас выберешь, какой бонус тебе дадут. 6. Это ты можешь выбрать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Любую цифру, сколько хочешь. Точно можешь наступить куда хочешь. Нажимай, нажимай, что ты ждешь? Твой ход. Йоши. Погнали, Йоши. Ну, наш конкурент это Крот, потому что у него много монет. Ну, Йоши тоже может быть конкурентом, но... Только если сейчас звезда выпадет. Может и звезда может выпасть, я не знаю, что... Я не знаю эту игру. Я играю первый раз, как и ты. Что значит? А, вот этот может украсть.
Но у Йоши нету 30. Если бы был Крот здесь, он бы украл звезду у тебя. И он бы был на первом месте, понимаешь? Ну, монеты просто. Ну, это от меня, неважно. Там сколько, 10 монет или сколько. У меня монеты есть, мне все равно на монету. Сейчас мини-игра все равно будет после этого. Но если бы Крот подошел... Ну, понимаешь, Крот, вот тот игрок. Я не знаю, как по-английски Крот. Вот он... Как? Мол. Моле. Мол. Если бы Мол подошел, он бы купил за 30 монет и у тебя звезду бы забрал. У него было бы 2 звезды, у тебя 1. И все, и он победил бы, понимаешь? Поэтому опасное место. Туда, кстати, неплохо идти, если у тебя монет много. Так, это мой ход. Значит, мне все равно, потому что... Ну, я использую, наверное, предмет. А, у меня один он. Я не буду его использовать, потому что ты звезду все равно эту возьмешь следующую. Я просто выбью, сколько выбью. Мне все равно. Просто, ну, двойка там. Я в трубу попаду, по-моему. Раз, два, три, да, в трубу. Просто в другое место. Мне все равно эта труба. Может, за нее бонус дадут, кто больше всего в трубу вошел за игру. Я уже второй раз зашел в трубу. Посмотрим. Мини-игра. Ну-ка, каждый сам за себя, да. Видишь, это наугад, случайным образом играется. Вот, монеты, кстати, мне бы. Так, что это? Новое что-то, новое. Так, run from... Просто надо бежать. Просто бежишь, и все. Почему? Можно? Он дотрагивается, можно. Не, ничего. Ну, это ты про то, я понял. Нажимай, ладно. Это, по-моему, легкое очень все как-то выглядит. Как будто ничего сложного. Ты сразу направо держи, стик сразу. Все, поехали. Старт. Ёж, что-то тормознул вначале. Так, я уже даже бежать не могу, я не вижу. А, кстати, как почему-то мол меня обогнал, как будто у меня скорость больше. Ой, теперь я... его, кстати, блокировать можно, смотрите. Можно вот Йоши блокировать, чтобы он не добежал до конца. Блокируешь его так. Вот тебя, видишь, обгоняет мол. Он как-то медленно бежит, а потом бам, вот этот мол. Быстрее всех, он меня пытается обогнать. Ой, я не вижу, где стенка сейчас будет. Ничего не видно. Ой, в стенку врезался, время потерял. Скоро уже конец. Я думаю, всех сейчас до всех добегут эти ребят. То есть ты либо я выиграет. У меня почему-то их больше. А, они с трубы появились, что ли? Странно. То есть ты иногда надо вниз бежать. Да, ты застрял. Ну ничего, нормально. Ты тоже нормально, ты на втором месте, там тебе дадут монет достаточно. Так, тебе дали сколько плюс? Сколько я не видел? Ты все на первом, а я на последнем по монетам. Но я жду, сейчас ты будешь ходить, возьмешь, потом я возьму. Я надеюсь, потому что я возьму золотой гриб, использую. Так, подводим итоги. Промежуточный Боузер, потом Мол, потом Йоши. И видишь, у Йоши у тебя пайп. У Йоши пайп, и у тебя пайп. Так и Йоши тоже может использовать. Ну, у тебя уже две звезды. Да не важно, кто возьмет, это на любую звезду работает. It seems... О, мне дадут что-то, смотри. Что мне дадут? Ну-ка, мне блок, наверное, кастом дадут. Ну, это так себе, могли бы дать пайп. Вот пайп бы точно гарантировал бы какую-нибудь победу промежуточную. Плюс 6 теперь можно, а на эти минус 6, да. Типа игра уже заканчивается, тут уже... Немного осталось. Сколько там? 3 хода осталось, по-моему. Когда 3 хода, всегда такое. Так, а это еще добавит тому, что на, когда наступаешь на... Там есть такие места проклятые. Вот такие. То будет еще хуже. Туда вообще не наступай. Может минус звезду даже получить. Я не уверен, конечно, но вдруг. Если не повезет. Ну, потому что эти монеты, толку от них сейчас. Уже концовка игры здесь, главное монету взять. Так, мол, первый ходит. Но он не добежит до туда никак. Вторая ты будешь ходить, да? Ты возьмешь, пайп используешь. Потом ходит Йоши, он использует пайп на следующую. Йоши тоже получит. То есть я уже отстану, только если ты выиграешь эту игру. Навряд ли я смогу, поэтому нужно тебе выигрывать. Осталось там 2 хода или 3. 3 хода осталось. Подожди, да, пайп, не ошибись просто. Нажимай. Так.
Мне кажется, когда есть один пайп, второй пайп нельзя получить. А может и можно как-то. Вот, что я тебе говорил. Видишь, ты телепортируешься сюда. Теперь просто обычный блок дайс. Давай. Давай, давай, давай. Что угодно тебе все равно. Хотя тройка не очень. Нет, нормально это. У тебя напарника, кстати, нет. Был бы напарник, было бы больше. Ты тоже тут не ошибись. Можно нажать нет и пройти мимо, и все. Теперь тебе надо одна монета, чтобы купить следующую звезду, если увидишь. У тебя пока монет не будет сейчас. Все, плюс... Видишь, у тебя отличное преимущество. Но Йоши сейчас будет вторую получить звезду, скорее всего. Да, но у него вторая, у тебя три. Все равно ты на первом. Просто там в конце еще могут накинуть звезду за какие-то заслуги. Где-то тут, я думаю. По центру, не? У него пайп, он будет пайп использовать. Не, здесь никого нет. Никого там нет, по-моему. Это непопулярное место. Так, 4, 3, 2, 1. Все, плюс 6 монет. Нормально, тебе 15 монет. Все, теперь ходит Йоши. Вот он должен пайп использовать. Давай смотреть. Да, использует пайп. Телепортируется. Поэтому неважно, где появилась звезда абсолютно. Он все равно заберет ее. Прямо сюда, один ход и все. Любой блок. Только ноль. Кстати, тут ноль может выпасть, по-моему. У него нету? А, он не взял, да. Или минус монеты. А, у него напарник есть. Все равно, даже если ноль, напарник. Какая разница, где он? Уже забрали звезду, все. Уже нет звезды, все. Уже пайпов тоже никого нет. Но если проходишь, всегда пайп покупай. Но он дорогой, 10 стоит. Ну, 10 плюс 10 за звезду, 20. Звезда будет стоить не 10, 20, если так брать. Вот он на втором месте. 27. Если он берет еще одну звезду или украдет у тебя, то он может выиграть. А пока все нормально. Но все равно опасно, опасно. Я не могу, скорее всего, выиграть никак здесь. Мне... Есть вариант, когда я украду звезду только. Но у меня нет звезды. Ой, нету монет. Прям ко мне, а где я? Я не здесь, по-моему, а где? Вот там? Я не помню уже, где я. Так, 5, 4, 3, 2... Да я сверху, да, конечно, меня там нет уже давно. Я ж в трубу вошел. А он не купил, кстати. Это называется хард сложность, он не купил трубу. Труба это просто вот сразу берешь следующую звезду и все. Он бы взял звезду, и он на первое место бы вышел, если бы это был хороший игрок. Ну, или компьютер нормальный. Ну, наверное, надо максимальную сложность ставить, только таким образом можно что-то... Так, сколько до следующей звезды этой? Неизвестно сколько, нужно через центр пройти. Так что ты будешь делать? Тебе нельзя много выбивать. А, это мой ход. Так что мне надо выбить, ты мне скажи? Ноль? Зачем мне здесь стоять, я не понял. So it will return you to the star. This pipe. А, туда нельзя прыгнуть, мне кажется, уже. Я должен вот так вот по кругу пройти. Ты про это хочешь сказать? Я по кругу должен пройти и тогда вот туда наступить. Это шанс нулевой просто. Нет, вот туда надо наступить. Видишь? Восклицательный знак. Это восклицательный знак? Да, опять-таки. И ты либо уверена, либо нет. Я не люблю таких людей, которые вот говорят, а потом, я не знаю, типа, не слушай меня, ну что это? А здесь ноль нету, по-моему, в этом блоке. По-любому нету. Есть блок? Нет, здесь нету ничего. Так, значит, мне надо три выбить. Смотри, раз, два, три. Мне нравится три. Вот там бонус будет. Я иду на бонус. Видишь бонус? И я не понял, зачем мне пайп, если звезда еще не появилась? It's on the other side of the pipe. А-а-а, хорошо. Ну вот что-нибудь еще выбью. Может... Ну ладно, то же самое. Мини-игра. Еще два хода останется, или один вообще. Уже концовка. Второе. Отлично. Toad Line. Что это значит? 2 на 2 это?
А, нужно перекинуть. Что надо сделать? А, как на картинке показано. Все, мы сделали. Видишь, картинка? Посмотри по центру картинка. Тебе надо повторить просто. Понимаешь? Смотри, как мы сделали. Ты видишь вообще? Ну вот смотри. Я стою. Мой напарник все сделает сейчас, смотри. Видишь, вы сделали, ну. Ну, понимаешь, да? Нажимай. Легко, легко. То либо ты это все делаешь, либо напарник. Нажимай, пожалуйста. Погнали. Да ничего сложного, там напарник все делает. Ты просто встань в точку начальную, он сам все сделает за тебя. Да ты просто в точку встань и все. Ну супер легко. Ну ничего страшного, в следующий раз разобрешься, что тут надо делать. Ты вообще картинку видела, да? Так а ты видела картинку, как делать? Да. Только что там трудно? Просто вот идешь, вот как вот там показано, вот так вот идешь, все. А твой напарник стоит и все, он ждет тебя, и все, и вы прошла. Да он сам знает, это же компьютер. Просто иди по всему этому. Главное, не путай его, и все. Ну ничего, погнали дальше. Два хода осталось. Этот и следующий. И концовочка. Монти Мол. Ты знаешь, что кроты ничего не видят, да? Да. Зачем им тогда глаза? Вопрос. Ну, как бы место для глаз. Не уверен. Мне кажется, они раньше были не под землей, а со временем начали жить только под землей. Им не нужны глаза со временем. Они потеряли зрение и прочее. Ну, что-то типа того, что-то изменилось. Так, сколько ты хочешь? 6? Мне кажется, кроты были другими существами, мутировали, да, как ты говоришь. Но в плане мутировали, эволюционировали, просто глаза им не нужны стали. И все. Это что такое хидден? Ну, если правильно нажмешь, конечно. Да, ну если нажмешь, то ты победишь по-любому. По-моему, там же не надо даже платить, да? То есть, если ты выбьешь звезду, не надо платить. У тебя будет 4 звезды. Кто, Йоши? Почему? За этот ход ты имеешь в виду? Он у этого забрал минус 5. Сейчас посмотрим, добежит, не добежит. А, все, нормально. Че не добежит, че ты? Ну, окей, давай посчитать, сколько мне надо туда. Борт, вот борт. Раз, два, три, четыре, пять. 6 или 7 мне надо выбить. У меня напарник есть, надо помнить, что у меня есть напарник. Как отсюда выйти? Да я понимаю, но долго это нажимать. Я думаю, одну кнопку можно пропустить. Я уже, мне не надо это просто. Значит, мне надо 7. Но я не знаю, это лучше 6 выбить можно. 5 точно хватит. 5, он выбит 2, Марио мой напарник. 5, все, я сделаю. Алло, я все сделаю. Ну, что ты? 5. Что считать-то? 5 плюс напарник. А, напарник ничего не делает. Ты что не сказала про это? Я ж не знал. Когда ты выбиваешь этот ролл, твой напарник ничего не ролит. Я не знал. Но мне все равно. Ты же на первом месте. Мне-то что идти туда? Зачем? Просто я не понимаю этот пайп. Ты должна взять, а не я. Я не могу быть первым. Никак. Мне это ничего не даст. Я буду с 2 звездами, а ты будешь с 3. И что это меняет? Тебе надо брать, а не мне. Мини-игра, и последний ход будет. Так, что выбираем? Ну, вернее, не выбираем. Само выбирается. Stick your claim.
Чего? Это новое что-то. Первый раунд. Смотрим. Подожди, что? Что? А, самую большую, как кусок выбираешь. How do you think which is the biggest? Я выбрал, по-моему, большую самую. Да, я выбрал. Ну, понятно, короче, наугад. Если ты думаешь, что это кусок самый большой, ты нажимай на него. Все. Только не жди долго. Пока кто-нибудь другой не взял. Старт, ну. Первый раунд. Тук-тук-тук-тук. Вот этот большой. Я взял. Ха-ха-ха. Да, ты вообще какую-то маленькую взяла. Нет, ты на втором месте. Нормально. Дальше, второй раунд. Так-так-так-так. Вот эта большая. Не, вот эта большая. У крота большая, наверное. У крота, да-да-да-да. Крота самая большая. На одну больше, чем у меня. Ну ничего, не так плохо. Дай дальше следующую. О, вот эта большая. По-любому у меня самая большая. Вот, желтая. Нет, красная, кстати, больше оказывается. Нет, моя. Неправильно выбираешь. Давай, четвертый раунд, еще не концовка. Вот это большое. Хотя нет. Или больше. Зеленый самый большой. Или что? Нет, синий большой, оказывается. Видишь, что на втором месте? Давай, последний раунд. Ну. Вот это. Вот это. Это большое, по-моему. Ты думаешь, твое большое? Не, красное нет. Ты что? Это твое синее? Ну, я говорю, я первый, я же сказал. Вот все, ты на втором. Да, мне ничего не меняет это. Мне звезда нужна. Мне две звезды надо. А то, что тут из монеты, я говорю, монеты ничего не решают. У меня плюс 8, у тебя плюс 4, например, сейчас стало. Ну и что, ничего не меняется абсолютно. Так, ну что, финальный ход. Ты должна взять, а не он. Кто он может взять? Скажи, кто? Сколько ему надо идти еще? Ну, если... Ну, значит, он возьмет, если три или... Значит, он близко. Но у тебя же есть звезда через это. Используй предмет. Предмет. Да. Сейчас только нажмешь правильно, когда стрелка. Только не спеши. Не спеши. Давай. Ты сделаешь это. Ну, тут не повезло. Монеты только. Может быть, там наугад, на самом деле. Нажимаешь или нет, ничего не меняется. Я не смотрел просто систему. Может быть, все равно как-то нажала. Все равно там случайно выбирается все. Надеюсь, ничего плохого. Extra bad luck. Зато тебе за это могут награду дать. За то, что тебе не повезло. Конце, так что может это даже на удачу. О, только не звезду, видишь, ты могла одну звезду потерять, и все, ты бы проиграла уже. Кто? Кто? А, ну это ведьма какая-то, я не знаю, кто это. Мне кажется, это женщина какая-то, ведьма. Это не мужик. Все, да, ну и что? А сколько по монетам получается? У кого больше монет? То есть он выиграет, все, и нам будет переигрывать эту игру. Ты не справилась. Какая разница, он все равно берет. Только если сейчас он... А, его сейчас, подожди. Не, ничего не... Это следующий, когда пройдет. Может, он сейчас все деньги потратит. Нет, здесь невозможно все деньги потратить. Но если тебе дадут еще в конце награду за что-то, ты выиграешь. Не, посмотрим. Ты много предметов использовал. За использование предметов тебе должны дать. А ему, может, не дадут. Ну, сейчас увидим. Ты, может, больше всех мини-игр выиграл, что-нибудь такое дадут. Тебе надо две звезды тогда было, получается. Не одну. Потому что одна тебе ничего не даст. Ему, скорее всего, тоже одну звезду дадут. Мне, если две дадут звезды, а вам никого не дадут, я могу еще выиграть. Но навряд ли мне за что-то дадут столько звезд. No, you can, because you don't. У меня 37 коинов. Мне все равно. Я говорю, что мне должны бонус в конце дать награду. И я смогу быть первым. Да, если мне дадут две звезды, вам не дадут звезды, и я выиграю. Больше всего монет, наверное, будет у этого крота. У него 57. Он получит награду за это.
Я использую предмет, потому что за это дадут. Есть шанс, что-то дадут. Больше всех прошел, например, еще что-нибудь. 15 звезд до следующей звезды. Но это невозможно дойти. Никак. Какие у меня блоки есть? Ну, может быть. 3 плюс 5, 8. Плюс 1, 9. Ну, 15 нельзя было никак выбить. Только если наступить на что-то. Тоже за бэдлак, может, дадут. Я второй раз, помню, сюда наступаю. Может быть, за это мне дадут звезду. Я просто не знаю, как там звезды в конце дают. А, ничего не произошло, кстати, в конце. Ну что, Боузер, победишь, значит. Ты одна, тебе хорошо, просто стрелять надо. Ты, наверное, по нам будешь стрелять, что-то такое. Да, мы, смотри, все лазим, а ты должна нас убивать. Просто быстрее стреляй, все время стреляй. Нажимай стреляй, стреляй, стреляй. Да, вот так вот. Бесконечно. Только двигай все время курсор. Ты наперед как-то стреляй. Видишь, как я ползу? Ты наперед стреляй. Вот давай тренироваться. Попробуй, попробуй. Ну, не знаю. Тебе это ничего не даст. А, тебе нужны монеты, да? Ну, давай. Тогда их стреляй, а я потом один останусь в конце, если хочешь. Но я не думаю, что это тебе даст победу. Ты наперед стреляй. Вот он, видишь, он лезет вперед. А можно блокировать их? О, я могу блокировать крота, давай. О, видишь, всех троих ты. Все застряли просто. Ну ты неправильно стреляешь просто. Так ты никого не попадешь. Ты просто стреляешь от балды. Все, сейчас посмотрим. Спидион. Ну, смотрим, награждение. Так. Ну, короче, если тебе дадут звезду, ему нет, ты выиграешь. Если тебе дадут две звезды, ему одну, тоже выиграешь. Все, это только два варианта, как будет происходить. Я не знаю, за что тебе могут дадут награду. Если ты много предметов использовала, ты, по-моему, много использовала. А это бонус, это тебе, кстати, смотри. Тебе. Нет, я не использовал так много, как ты. Ты всю игру использовала. Я еще раз повторяю, я игру смотрю, я вижу, кто больше использует. Ты всю игру все использовал. Но если сейчас Йоши получит, он выиграет по монетам. Слоупоук. Это не Йоши, кстати. Это либо мне, либо кроту, наверное. Слоупоук это кто меньше прошел. Кроту. Но это ничего не меняет, у него две звезды всего. Все равно. Это хорошо, что ему. Главное, чтобы третью монету третью не дали. А, все, ты победил, больше нету наград. Все, молодец. Повезло. Ну-ка, кто же у нас? Боузер, Йоши, Дейзи и... Боузер. Так что нормально, мы прошли на золотую монету. На золотую награду. Можем передохнуть и сыграть первую карту, которую я играл без тебя. И я там второе место только занял. Нам надо там победить. И тогда откроем последнюю. Хочешь перерыв или нет? Решай. Ну, попить что-нибудь. Не хочешь ничего? Ну, давай тогда погнали дальше играть. Тебе нормальная игра? Нравится? 3, 2, 4. Нормально. Еще вот какие-то очки. Это что-то потом надо купить. О, что это? А, все-таки открыли мы. То есть не надо было золото брать. Но мы все равно сыграем, я думаю.